После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете ошиваться у театра. Достанете пушки только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребята. Ты на газ, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Ага. Только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Покажите ему! Погнали! Давай за ним, Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешь! За нами легавые! Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Да, ты все еще мастерски водишь. Похоже, у Морелло паника. Всех своих голубов сюда согнал. Завали их сколько сможешь, но не забудь, нам нужен Морелло. Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев заляжет на дно. Не дай ему оторваться, кто знает, куда он отправился. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить.
Он хочет оторваться от нас в переулках! Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелла хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Его ребята не сдаются! Мы тоже! Доведем дело до конца! Пока вы у него на хвосте! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет! Там будут ждать его громилы. И хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним! Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Стоп! Стоп тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Когда они уже кончатся! Ладно, все сюда! Еще один тип нас заметил!
Обой. Давай! Он уходит! Летай давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все бестолку! Чего не выходит? Должно выйти! Он на сраном самолете! Брось, я стрелять буду! Он еще не ушел! Я сяду за руль. Почему? Потому что я здесь водитель. А нам надо догнать самолет. Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопаснее. На старой работе ты так же ездил? Ну, короче. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, ему конец. Ага. Да, конец. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да, поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно. На старой работе ты так же ездил? О чем я говорил? Да, точно. Выходим, проверяем обломки, уходим. Господи Боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк.